нажимай, жми на старт, жми, давай. Давай уже на старт нажимай, жми на старт, жми. Лохматый, я вот тут все сижу и думаю об этой карте, я думаю, надо уже начинать шевелить как-то. Хватит штаны до дыр просиживать. Чего, чем шевелить-то? Куда шевелить-то? Чего, куда? Ну, надо узнать сначала, что это за особняк был, в котором мы эту карту нашли. Кто там жил, что за типы вообще, что за хмыли? А, ну это можно, надо найти диск со справочной системой по городу, он в ящике был, найди, окей? Окей, сейчас позырю, поищем. Нет, так ничего не выйдет. Да ты сначала диск найди, а потом уже пальцы свои тыки куда попало. Так ящик-то опаньки за... А вот ты диск, сейчас мы все подмогодные тайны узнаем. О, ништяк, все работает. Сейчас мы по-быленькому быстренько все найдем. Слышь, Масянь, я тут пока буду ковыряться в инфе. Может, ты сделаешь что-нибудь пожарить такое, сварганишь и противненько? А? Пожалуйста, а то сейчас помру прямо здесь. Тебе только жрать, Арглаир. Ладно, сейчас что-нибудь сварганю. Надеюсь, ты найдешь что-нибудь приличное и не вонючее. О, точняк, сейчас яичницу с колбаской. Ёлки-палки, оперный карась, посуды вся грязная. Кысь, иди сюда, мордоворот. Высоко забрался, черт тебя дери. Ты гляди-ка, не кончился еще стратегический запас чистых тарелок. Их даже юзать можно. Даже и не думай. Не, ну руками-то горячую яичницу хватай. Это же совсем над придурком быть. Не, надо попробовать как-то по-другому вообще. Не, ну руками-то горячую яичницу хватай. Это же совсем над придурком быть. А вот и молочко для киски-сосиски. Ёлки-палки, оперный карась, посуды вся грязная. А уж посуду я точно мыть не буду, как-нибудь соскоблить. Не, надо попробовать как-то по-другому вообще.
Нифига толкового из этого не выйдет, точно. Нифига толкового из этого не выйдет, точно. Масянь, ну отвали, не отвлекай, я же работаю же, йоу. Работай, работай, работничек. А если еще разик попробовать? Масянь, ну отвали, не отвлекай, я же работаю же, йоу. Работай, работай, работничек. Не заходись только. Нет, думаю, такое лучше не отмачивать. Эх, блин, вот были времена, мы рубали так круто. Эх, где моя молодость, ядрёна Матрёна? На вот перекуси, работничек, а то и правда, глядишь, подохнешь. Вкуснотища, ну спасибо тебе громадно-огромное. Ой, ну хорошо, я тут выяснил, короче, все. В общем, слушай, в этом особняке жил раньше профессор с дочкой. Профессор был известным химиком и геологом. Книжки разные умные писал. А, ну, видел я эти книжки. Давай дальше. Ну так вот это, он ездил по всяким странам, искал, значит, всякие месторождения. Вот, и даже вот принимал участие в добыче алмазов. О, это уже что-то интересненькое. Думаешь, не туфта? Ну так вот, и в одной из этих командировок он и пропал. Как это пропал? Что значит пропал? Ну пропал, значит пропал, без вести пропал. Как обычные люди пропадают, так он пропал, ну пропал и пропал. Хотя известный ученый был, что называется, с мировым именем. Ага, ну в общем ясно, надо пробовать. Хватит уже резину тянуть за хвост. Кота, резину тянуть. Ну в общем, короче, ты понял. Хриндель, давай собирай свои манатки и дуй к лохматому. Приступаем к выполнению плана XX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 
Ну чё, мужики, раз у нас есть такая замечательная старинная карта, значит, пора нам клад искать. Не знаю, по-моему, это лабудаша какая-то. Да, я чё-то тоже сомневаюсь как-то. Вот, например, начинает откуда вообще, непонятно. Чё так паритесь, по-моему, всё просто. Нужно просто вернуться в этот особняк, блин, где мы её нашли, и там поискать какие-нибудь зацепки. Вернуться куда? В особняк вернуться! Опять? Не-не-не, никогда, ни за что, не-не-не. Ну вы даете, мужики называется, ушам своим не верю. Вы что, меня такую нежную девицу одну отправите? В это логово? Офигеть! Ну, мужики, пошли, блин. Офигеть! Ну и ну вас, салаги сопливые, блин. Разберусь сама, доберусь до сути. До сути. Хе-хе, без всяких козлов. Недавно справочника юного химика. Пока он мне нафиг не нужен, я пока больше ничего взрывать не собираюсь, но если понадобится, я уже знаю, где его найти. Не-не, сначала надо как-то осмотреться тут вообще. Не-не, сначала надо как-то осмотреться тут вообще. Господи, вот вам да, вот так картину сперли. О,
Ой, да никто и не сомневался, что тут все заперто 10 тысяч раз. Вопрос в том, кто все это запер. Вот черт, зараза, ключ с той стороны торчит. Надо что-то такое эдакое придумать. Ну чего тут у нас? Темнота, она, конечно, друг молодежи, но если молодежь, блин, ноги переломает, то это, по-моему, нифига не прикольно будет. Так, приплыли матросы. Электричество закончилось, пина не будет. Да хоть затыкайся, перетыкайся, лампочка перегорела. Ого. Не, лажет, даже пробовать не стоит. Темнота, она, конечно, друг молодежи, но если молодежь, блин, ноги переломает, то... Ручки нету, ну бардак, все сломано-переломано, не открыть. Масленка нужна. По-моему, тут явно не хватает одной фигурки какой-то. Либо птицы, либо рыбы, либо мяса. Вау, крутняк. Жаль только, что мне как-то поздновато такое уже играть. Это типа спят усталые игрушки, петрушки, погремушки. Хе-хе, ваш попугай спит. Нет, он дохлый. По-моему, тут...
дверь какой ключ-то? Почистить его, что ли, надо как-то? Пора проверить, что там в запасе у нашего дорогого профессора. Не-не, сначала надо как-то осмотреться тут вообще. Какая тут в прошлый раз была, тут такое было прям физическое шоу по этой картинке. Ну, сейчас этого не надо уже, да и не с чего уже все это делать. Чё-то мне лохматый везде прям мерещится, к чему бы это подозрительно? Где-то я видел тут такие фиговинки на колючке. Вроде все правильно, но что-то нифига не работает. Что-то тут не так. Хе-хе, прикручено. Как мне эти шурупы, пальцами что ли, зубами выдергивать? Где-то отвертка в клавиатуре была, надо посмотреть. По-моему, тут какая-то фигня, и она как-то сломана. Может, если ее починить, то это мне как-то поможет? Нет, думаю, такое лучше не отмачивать. Какие-то вырезки, аппликации, что ли? Хе-хе, с какой-то картины, странно. Все-таки вандалы какие-то, да? Вот взяли и похабили произведение искусства. Какие неприличности написали. Нет, думаю, такое лучше не отмачивать.
нифига себе, что профессор думал, какие-то у него замысловатые мозги, блин, у чувака. Скорее всего, там он и зарыл свои сокровища. Хитро умно придумано. Надо пойти посмотреть, что там есть. Все, ура, вперед! Меня ждет настоящий клад! Так, куда там это окно светило? Хм, похоже, что к нам в сад. Ну что ж, все в сад. Усе у сад. Чё-то мне лохматый везде прям лезет. К чему бы это подозрительно? Блин, нифига ведь не видно. Грязное все. Все загажено, короче. Да неприличие просто. О, монтировочка там нужна, пригодится. В любой игре ты имеешь монтировка оружия номер раз. Ага, вот зента улица, вот зента дом. Как говорится. Ой, какая злоуреднющая собака. Наверняка тут что-нибудь полезное может быть такое есть. Заперто, блин. Не, фигня, так не получится. Даже и не думай. А если еще разик попробовать? Не, фигня, так не получится. О, открылось! Ну чё, велком, типа. Блин, ну чё за карма такая? Можно копать как человек. Уже прям не терпится. Золото давайте мне, алмазы, серебро всякое. Давайте алмазы и изумруды. На, пожри. Может подобреешь чуть-чуть. Злые дни. Чё-то мне эта идея как-то не особо нравится. Не. Ну блин, вот не могут люди по-простому, да? Ну положил бы сундук в землю и всё. Чё ты тут выпендривался-то с переподвыпендер? Там придётся, блин. Блин,
ведь нифига ведь не... Сухим-то платком много не натрёшь. Сухим-то платком много не натрёшь. Блин, нифига ведь не видно. Опаньки, а это что за рукоделие-то? А чё опять не сундук-то, я не поняла? Чё это за коробочка такая? Несерьёзная. Ой!
пареньки все интереснее и интереснее. Посмотрите-ка, дверь захлопнулась, а? Что теперь делать? У вас ключики запасные есть? Если еще разик попробовать? Если мозгой покрутить, я думаю, можно что-нибудь получше придумать. Точняк. Так, сейчас включим проекторик, посмотрим, что там за кинцо. Кинцо. Работает? Ага. Дорогая моя, любимая моя доченька, скоро твой день рождения, и я приготовил тебе замечательный подарок. Ты будешь самый богатый и самый знаменитый в мире. Только мне нужно его, подарок мой, чуть-чуть подготовить. Я улетаю, и как только вернусь, я тебе его вручу. Как раз в поездке я его и доработаю. Как только я вернусь из Намибии, моя... Фак. От, зараза, облом. Алло, Хрюндель, лузеры мы с тобой, блин. Похоже, накрылся наш клад медным тазом. А что такое стряслось-то? Да похоже, умотал хмыль профессор с этим кладом в Намибию нафиг. Ну чё, есть повод прокатиться в Намибию. В Африку. Клёво. Ой-ой, это смешно, а хорэ прикалываться-то. Масянь, слушай, это не прикол, там такое может быть богатство, что нам на всю жизнь хватит. Помнишь, у тебя дядя есть? Давай его тряханем, да поедем. Не, дядю. Ну чё, Хрюндель, может, в этом и есть смысл вообще-то? Бывает, однако, просветление. Так, тут видно, просто так не разобраться. Видимо, хороший вечер был. Ладно, сейчас разбудим. Так, тут видно, просто так не разобраться. Видимо, хороший вечер был. Ладно, сейчас разбудим. Да помню, да, в этой коробке, кажется, дядя хранит свои любимые всякие диски. Меломан, блин, олигофрен. Только тут замок какой-то хитро с ларганами. Просто так не открою. Ну и нафига мне эта открывалка, тверкалка нужна? Йоу. Да помню, да, в этой коробке, кажется, дядя хранит свои любимые всякие диски. Меломан, блин, олигофрен. Только тут замок какой-то хитро с ларганами. Просто так не откроешь. Так, ну чё у нас тут за хлам, мусор, шваль? Есть хоть что-нибудь такое полезное, нужное? Едок. Так, надо сначала умудриться разбудить этого буратино, жирномясого, а потом у него денег выпросить. Надо попробовать как-то по-другому вообще. Не, лажа, даже пробовать не стоит. Нифига толкового из этого не выйдет, точно. Да помню, да, в этой коробке, кажется, дядя хранит свои любимые всякие диски.
Чё-то мне лохматый везде прям лечится. К чему бы это подозрительно? Нифига толкового из этого не выйдет, точно. Бутерброд, сейчас же всю квартиру зальет. Ой, да тут все как дуршлаг, дрялое. Тут ремонт нафиг нужен. А если еще разик попробовать? Не, лажа даже пробовать не стоит. Нифига толкового из этого не выйдет, точно. Не, херня, так не получится. Нет, так ничего не выйдет. Не, без этого, я думаю, лучше обойдемся, перетопчемся как-нибудь. Если мозгой покрутить, я думаю, можно что-нибудь получше придумать. Точняк. А если еще разик попробовать? Даже и не думай. Ну и нафига мне эта открывалка, пёркалка нужна? Ну и нафига мне эта открывалка? Не, ну если диск вынимать, надо сразу что-нибудь другое это поставить. Да помню, да, в этой коробке, кажется, дядя хранит свои любимые всякие... Thank you.
Крупняк должно его разбудить. Ну что, попрыгаем, дядюля? Нет, так ничего не выйдет. Так, тут нужно еще все как-то настроить, эту хитроумную машину.
Так, ну это хорошо, но, видимо, недостаточно. Перлын. Нужно еще что-то придумать. Отлично, теперь можно и пользоваться. Все нормально, спокойно, не боись. Ты дома, все нормально, а я по делу. Просто очень срочно и неотложно. Дело? Какое дело? Чертям собачьим любое дело. Я поплю еще. Да кончай ты спать, дедюля. Я тебе золотую жилу предлагаю. Чего? Золотую? Ну вообще в кризис, конечно, золотая жила не помешает. Выкладывай. В общем, короче, дело такое. Подожди, башка раскалывается. Сначала рассольчику надо, рассольчику. Черт, ну вы дядь кабан. Где рассольчик ваш берется-то? Где он у вас тут? Ну, там это оно так это припрятано. Ты спроси русалку, она тебе расскажет. Чего это у вас тут? Русалки рассекают? Голые, небось, а? Не понимаю я шуточек, когда башка болит. Голые, не голые, рассольчик тащи. Давай, это, русалочка, расскажи что-нибудь такое. Так, ну и как это я хрен тебе открыть? Так, раздобыли, а теперь надо еще чем-то ее открыть. Ладно, я и так просто не погрызешь. Коротко и по делу. Ну, в общем, нашли мы натурально карту с кладом. Начали поиски... Ну, в общем, надо ехать на Нибиру, чтобы... Ну, а я тут при чем? Валяйте, езжайте. Хоть и смотрите. Да, но понимаете, как бы в этой непростой ситуации, как бы есть разные подходы. Короче, денег дайте. Во. Ну, охват найдем, вернем, конечно. Ой, да, тут есть разные подходы к этой ситуации непростой, а... Короче, слепотопный. Ну, ладно, деньги, короче, в сейфе. Вот пульт от сейфа. Только батареек, мне кажется, нет. Ну, разберешься сама. В остальном ситуация понятна? Да что понятно, да, конечно, держу ясно. Вуаля, тополя. Иди твой налево, а кот мне кто-нибудь скажет? Ой, блин, нет, башка болит, я не помню нифига. Помню только, что цифры запоминал такими картинками. Первое число, значит, хранит ночной город. Второе число в какой-то там базе. Третье число – это разница между зеленой и рыжей тарелками.
Облом голяк. Облом голяк. Не, фигня, так не получится. Пусто, выросла капуста. Облом голяк. Облом голяк. Ёбкалый номер, порожняк. Ну-ка, ну-ка, повнимательнее тут. Ну и что это за фигня такая несусветная? Я, видимо, и сюда кризис добрался. Так, ну и что теперь делать, скажите мне, пожалуйста? Ну, у меня, кажется, была заначка в кладовке. Сходи туда, поди, может, там есть чего. Не, ну чё, ну в принципе набрала дорогу и себе, и Хренделю этому Кобелю. Так, ну всё, давайте, валите, валите, кладоискатели хреновы. Ёшкин кот, смотри, Хрендель, долетели наконец. Йоу, какие здесь кайфушки-то. Не говори опаньки, пока не перескочишь. Или как там пословица-то, не помню. Йоу, паспортса, плиз. Here, вот, пожалуйста, the A, паспортса. Что происходит тут вообще? Хренки узнает. Дюнга? Я не могу, как Коломаки. Колебздуки. Мы не колоняки и не колебздуки. Мы туристы, туристы. Не бояться, все хорошо. Хорошо будет хорошо. Ну чё за фигня-то? Вот, блин, попали. Сдается мне, господин Шниц, в смысле Хрюндель, что дело здесь нечисто. Послушайте пока на стрёме у двери. А я поищу здесь в комнате, что к чему. Окей?
Васянь, давай-ка отсюда выбираться, что-то мне тут совсем не нравится. А то мне прям нравится, прям умереть не встать, ёкала мэнэ. Ну, в общем, ты иди пока выход поищи, а я тут покараулю. Вот. Молодец, Хрюндер прям взял на себя мужскую работу, зараза, со всей ответственностью. Жук. Ничего не боись, я справлюсь. Человечки, человечки, ёшкинко. Хрюндер, смотри, прям как мы с тобой, ля-ля-ля. Ну чё, изловили тебя? Оштрафовали, небось? Взяли паспорт показать, не? Опасные личности. Эти морды нужно запомнить, а то, блин, встретишь таких зомби. Отморозки, блин. Ну и что тут у нас случилось? Что-то сделали, что ли? Ага, так вот чего эти дюжины открывали. Ну теперь все ясно, вот блин, офигеть, конспирация. Ну и что у нас тут такого супер-сверх-мега-секретного? Знакомые морды, чё-то где-то... А, так это же профессор, ё-моё! А чё тут паспорт пропавшего профессора вообще валяется? Чё это тут? Два по маленькой, один по большой. Чё там, какие-то мозголомные загадки кругом? А чё это тут? А чё это тут? О, Хрюндер, кажись, я нашла наше спасение! Ну чё там такое? Чё за хрень наковыряла? Выход я нашла! Сейчас будем отсюда драпать! Или не сейчас? Чёрт, надо как-то эту штуку ещё открыть! Умудриться! Хрюндель, тут подвал, блин, надо еще наружу пробиться. Давай, да... Ой, нет, стой, назад лезь, идет кто-то. Чего? Задержи его, я лезу уже, сейчас.
Да вроде все уже, типа кто-то мимо вроде прошел. Ну ты, блин, шутник, ё-моё, так же до инфаркта можно довестись. Что-то подобное я где-то уже видела. Это же человечки с самолета, это пассажиры, йоу. Так, этих человечиков я уже видела на люке. Тут дело непростое, надо бы это запоткать. Thank you.
только я не могу не впечатлеть такое творчество. Ну и это сфоткаем на всякий случай. Thank you.
Нет, думаю, такое лучше не отмачивать. Сань, глянь, тут велик валяется. Вон, на нем сейчас и двинем. Ну, отлично, так поехали, чё копаться. Ну, тут кое-что поковыряться, починить нужно. Ты это, тащи инструменты, как ты найдешь. А чё, какие надо-то? Ну, давай, что ли, ключ на 12, например. Ням-ням-ням-ням, вкуснотища. Есть вещи, которые нужно попробовать хоть раз в жизни обязательно. Инструкция к применению. Бла-бла-бла-бла-бла-бла, новейшие очки, бла-бла-бла. Позволяют видеть металлические предметы. О! Это такое что? Хрюндель, слышь, мы сейчас тут все металлы увидим сразу. А ну-ка, испробуем эту новейшую супертехнологию. Вау! Нифига себе, до чего техника подошла. Ё-моё, офигеть, я описываюсь просто. Ну я же поняла, очки позволяют видеть металлические предметы, чтобы ни черта в самолет пронести нельзя было. Ясно.
думаю, такое лучше не отмачивать. Нет, так просто этот фрукт не достать. Колоритный какой автобус. Прям автобус для хипанов. Где хипаны? Видно это. В Африке проблема расхищения собственности стоит, понимаешь, острым ребром. Закрывает, блин, добро 10 замками. Не, без этого, я думаю, лучше обойдемся, перетопчемся как-нибудь. Ты бы их прибил хоть чем-нибудь сначала. Упадешь же, блин. Не думаю, что мы здесь тебе найдем какой-нибудь врача Пилюгина. Масянь, ты вот что, послушай опытного мужчину. Вот. Ты бы лучше вот сверху колотить не начинала. Прибей сначала брусочек, ножку на него поставь, тогда уже второй бей. Как опытный мужчина, ты говорил. Ой, посмотрите на него, опытный мужчина. Я знаю, ты мужчина, конечно, хоть куда. Но мы и сами тут соображаем прекрасно. Это я просто промазала. Я сейчас сама иногда удивляюсь, для чего же я все-таки добрая девица. Я вот, например, возьму и животное вот это покормлю. Нифига толковый, из этого не выйдет, точно. Что-то мне эта идея как-то не особо нравится. Нет. Воля, опа-топа! Это я стану скоро профессиональным мастером примеч. Thank you.
А если еще разик попробовать? Это, Масяне еще отвертка нужна. Ну все, супер, Масяне, готово, поехали, сваливаем отсюда. Слышь, Масяне, что это было такое в аэропорту-то вообще? Да фиг его знает, люди, это же Африка, тут все через кверх ногами. Это что такое так шумит там сзади? Клюндель, за нами какие-то джинки, блин, прутся! А, Клюндель, давай в сторонку, стой, я такая молодая, еще не хочу умирать! Клюндель, он пулялку достал! Клюндель, ты где? Да я-то тут, только меня, кажется, вяжут. Ой, отстой. Как голова-то трещит, а? Что ж такое? Ну и где мы? Так, какой-то подвал. О, Клюндель, смотри, да тут зашибись замечательно. Нет, думаю, такое лучше не отмачивать. Так, тут какой-то замок вообще шаманский, поплетный. Проверить, целый ли этот аппарат, агрегат. А то сейчас включу и разнесет тут все, вдребезги пополам. Ух, ё-моё, какие-то схемы тут, блин, левой рукой за правое ухо. Ничего, сейчас разберёмся по всему. Чё-то тут совсем какие-то расхождения, чё-то тут не хватает. Осталось порубиться, чего им не хватает. Чё-то тут совсем какие-то расхождения, чё-то тут не хватает. Осталось... А если ещё разик попробовать? Не, надо попробовать как-то по-другому вообще. Не, ладно, даже пробовать не стоит. Даже и не думай. А если еще разик попробовать? Даже и не думай. Нифига толку, из этого не выйдет точно. Чё-то тут совсем какие-то расхождения, чё-то тут... Из этого не выйдет точно. Чё-то мне эта идея как-то не особо нравится. Не. Надо только проверить, целый ли этот аппарат, агрегат. А то сейчас включу и разнесёт тут всё, вдребезги пополам. Так, закрыто, блин. Ну и чё дальше? Не, ладно, даже пробовать не стоит.
Чё-то мне эта идея как-то не особо нравится. Не. Что-то тут не хватает. Осталось врубить чего-нибудь. Что-то тут совсем какие-то расхождения. Что-то тут не хватает. Осталось. Что-то тут совсем какие-то расхождения. Что-то тут не хватает. Что-то он не работает, а выглядит вроде все ништяк. Странно. У нас начинается конкурс художественной сварки в пайке. Что-то тут совсем какие-то расхождения. Что-то тут не хватает. Осталось врубить, чего именно не хватает. Так, закрыто, блин. Ну и что дальше? Я думаю, можно что-нибудь получше придумать. Точняк. Что-то тут совсем какие-то расхождения. Что-то тут не хватает. Так, ну что, господа буратины, у нас начинается конкурс художественной сварки в пайке. Что-то тут совсем какие-то расхождения. Что-то тут... Не, фигня, так не получится. Чего именно не хватает?
так ничего не выйдет. Чё-то тут совсем какие-то расхождения, чё-то тут не хватает. Чё-то тут совсем какие-то... А если ещё разик попробовать? Не, надо попробовать как-то по-другому вообще. Так, ну что, господа буратины, у нас начинается конкурс художественной сварки в пайке. Чё-то тут совсем какие-то расхождения, чё-то тут не хватает. Осталось врубить тут чего и не хватает. Из этого не выйдет точно. Так, закрыто, блин. Ну и что дальше? Надо бы развязать. Оно, конечно, клёво, когда он весь такой связанный. Но, в общем, надо совесть-то иметь. Спасём его не в тёмную жизнь. Не, ну, пригодится нам ещё этот чувак. Зачем сразу вот по голове так-то? Из этого не выйдет точно. Нет, думаю, такое лучше не отмачивать. Надо бы это, Трюнджик, надо бы развязать. Оно, конечно, клёво, когда он ведь... Думаю, такое лучше не отмачивать. Не, ладно, даже пробовать не стоит. Если мозгой покрутить, я думаю, можно что-нибудь получше придумать. Так, нет. Не, фигня, так не получится. Не, так ничего не выйдет. Чё-то мне эта идея как-то не особо нравится. Не. Если мозгой покрутить, я думаю, можно что-нибудь получше придумать. Не, надо попробовать как-то... Не, ладно, даже пробовать не стоит.
Не, ну пригодится нам еще этот чувак, зачем сразу вот по голове так-то? Даже и не думай. Если еще разик попробовать? Чё-то мне эта идея как-то не особо нравится. Не. Не, ладно, даже пробовать не стоит. Думаю, такое лучше не отмачивать. Не, ладно, даже пробовать не стоит. Не, так ничего не выйдет. Не, ладно, даже пробовать не стоит. Толковый из этого не выйдет, точно. Не, надо попробовать как-то по-другому вообще. Если мозгой покрутить, я думаю, можно что-нибудь получше придумать. Ну и где мы, собственно, куда нас нелегкая эта занесла? О, ноутбук, отлично! Нужно срочно написать письмо дяде, чтобы забирал нас отсюда! Хватит уже с меня! Чёрт, пароль, запаролено нафиг. Блин, ну чё, будем хакеров играть, чё делать? Не, ну я не лохматый, я убивать по стену, подбирая пароль не буду. Я его лучше поищу где-нибудь тут. Ням-ням-ням-ням, вкуснотища. О, вот на чём мы отсюда свалим, точно. Только вот какой индюк машины всё время закрывает. Мне что, пока закрытый, ходит, как мася недорогая. Ням-ням-ням-ням-ням, вкуснотища. Что это такое, какая-то инопланетка. Я, конечно, могу это весело попрыгать, но боюсь, что я не этот чемпион будка с палкой. Так что фиг достану. Чё-то мне лохматый везде прям мерещится. К чему, блядь, так подразумевается? Я, конечно, могу это весь. А если ещё разик попробовать? Не, фигня, так не получится. Чё это такое нашкарябано, нацарапано какой-то лапой? Не, ну я не лохматый, я убиваться об стену, подбирая пароль не буду. Я его лучше поищу где-нибудь тут. Я, конечно, могу это весело попрыгать, но боюсь, что я не этот чемпион будка с палкой. Так что фиг достану. We'll be right back.
Не, ну я не лохматый, я вот... Я, конечно, могу это весело... Фотка порванная. Никогда не черепашный был, иначе чё я был рвать-то? Ё-моё, какие-то бандитские рожи, что за фигня? Чё-то не разрезать, блин, вонищица, фу! Чё-то не разрезать, блин, вонищица, фу! Чё это за коробочка такая? А главное, как она открывается? Че это тут такое нашкрябано, нацарапано какой-то лапой? Чё-то мне эта идея как-то не особо нравится. Нет. Не, надо попробовать как-то по-другому. Не, фигня, так не получится. Не, надо попробовать. Не, так ничего не выйдет. Не, так ничего не выйдет. О, какой шаманский шаманизм на шаманили. Ну вот, письмо отправили, теперь осталось выбраться отсюда. И желательно живыми. Черт, мне вообще дернул с этими кладами, хренадами. А что тут такое важное у них на ноутбуке еще? Секретные документы какие-нибудь? Опаньки, опять знакомое лицо. Этот профессор прям таки популярная личность, прямо поп-идол. В каждом, понимаешь, доме его портрет. Вообще, если серьезно, это, понимаешь, самый настоящий след. Горячий след. Я так понимаю, это город Коломанскоп. Туда и надо двигать. Воды! Помираю же! Ой, уже лучше. Черт, у меня все руки-ноги затекли. Ванывается все. Марсиан, что это было-то вообще? Где мы вообще? Тихо-тихо, Хрюнгер. Это, видимо, какое-то бандитское логово. И прикинь, я у них в ноуте фотку нашего профессора нашла. Тут явно не чисто. Давай выбираться отсюда, поползли. Марсиань, хорошо, конечно, тебе говорить, но у меня все руки-ноги затекли, я даже встать не могу-то.
Люди, люди у нее, видите ли. Задница у тебя не затекла? А чё с тобой, придется мне, блин, отец всех спасать. О, вот на чем мы отсюда свалим, точно. Только вот какой индюк машины все время закрывает. Мне что поставить открытый, ходить, как масянь дорогая. Игорь. Слышь, Индюк, что вырвало? У тебя ничего такого колюще режущего случайно не завалялось? Сама что вырвало? Завалялось, вот смотри, на тебе пилочка. Держи. Пилочка! Пилочка, пилочка, пилилочка. Настоящего мужчины всегда есть всякие штуки. Пилочки, шпильки, прочая хрень. Всегда может понадобиться что-нибудь проковырять. Что-то мне эта идея как-то не особо нравится. Не. Масянь, балда, что ты там кидаешь мне на бошку? Хрюндель, куда эта штука-то покатилась? А? Да там, возле лестницы, глянь. Что это за фигня такая странная, какая хрень? Обалденно сложно, блин. Опаньки, бензин на нуле. Ку-ку, гриня. Думаю, такое лучше не отмачивать. Чё-то мне эта идея как-то не особо нравится. А вот так вот плотно, хрясь и готово. О, стоишь уже на ногах, младенчик. Молодец. Ну тогда давай двигай. Машина там ухода в дом, жди меня там. Масянь, ну ты молодец, вообще умница такая. Ладно, крылья, кавалер, давай проваривай, потом будешь комплименты говорить. Ладно, топаю, топаю, не ворчи, ворчухте. Если мозгой покрутить, я думаю, можно что-нибудь получше придумать. Точняк. А если еще разик попробовать? Если мозгой покрутить, я думаю... Не, надо попробовать как-то по-другому вообще. Воронку бы, а? Чё там шаришь, копаешься, капуша? Да воронку я ищу, воронку! Должна же быть у любого уважающего себя полюбителя ворон. Так, Масянь, теперь нам нужно этих бандюков-жмуриков как-то отвлечь, верно? А я в подвале тараканов видел, может, пригодятся как-нибудь. Еще я вот пулю нашел, держи. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!
мой любимый таракан. Будешь у нас отвлекающим маневром. Послужишь, так сказать, в какой-то веке на благо людям. Давай. Масянь, давай быстрее, поехали уже, пока они меня чухали, поехали, ну давай! Все, валим, крылья, двигаем! Так, ну и вот этот дом, и чего здесь куда? Ты давай осматривай там весь дом, а я пока на стрёме постою. Вот мародёры бессовестные, ну всё, повыковыривают, что блестит. Чё там такое нашкалябано так мелко? Вообще не видно. Чё там такое нашкалябано? Только в темноте мокрые дрели. Тьфу, двери. Ну и что это за фигня? Нифига толкового из этого не выйдет, точно. Да тут песка целая куча, так просто не закрыть, как не пусти. Если мозгой покрутить... Сейчас мы тут порядок не ведем-то. Сейчас отодраем тут палубу. Не, лажа даже пробовать не стоит. Если мозгой покрутить, я... Не, лажа даже пробовать не стоит. Не, так ничего не выйдет. Вот приколотить бы еще ее чем-то. Была бы красота, а то щели кругом. Как не закрывай, а эти дурацкие лучки надежды в дурацком темном царстве везде дорогу найдут. Масянь, ты что делаешь-то? Нафига тут все заколачиваешь? Топиться будем, что ли? Хрюндель, блин, отвали! Сказано, только в темноте мокрые двери. Ну, значит, сделаем темноту, а потом уже там посмотрим. Облом, ручки нема. Ты их откроешь. Да не влазит она сюда, ну не влазит! Что поделаешь? Как не закрывай? Что это такое? Это, похоже, единственная жидкость, которую местные аборигены не тронули. Видимо, ее выпить нельзя. Ну, раз выпить нельзя, то и жалеть ее не надо.
Темно там, а фонарика нет нифига. Надо как-то осветить эти темные недры. Ядры, недры, ядры. Провод кончился. Телеграф умер. Надо что-то с этим делать. О, блин, механизм. Разболтано, блин, все как в колхозе. Даже шкаф не закрыть. Отстой. О, блин, механизм. Есть вещи, которые нужно попробовать хоть раз в жизни обязательно. Че это такое? Какая-то инопланетная хренотень. Такого я еще не пробовала. Что-то мне эта идея как-то не особо нравится. Не. Не, без этого, я думаю, лучше обойдемся. Переток. Нет, так ничего не выйдет. Людей! Тут такой... Не, фигня, так не получится. Нифига толкового из этого не выйдет, точно. Провод кончился. Телеграф умер. Надо что-то с этим делать. Не, лажу даже пробовать. Чё-то мне эта идея как-то не особо нравится. Нифига толкового из этого... Не, фигня, так не получится. Не, фигня, так не получится. Не, фигня, так не получится.
просто. Алмазы, рудник, Дейский, это обычное дело, все ясно. Ну, в общем, надо двигаться. Рюндель, заводи мотор тарахтелки, я не знаю, куда ехать. Помнишь, рудник приезжали там? Было. Ну, вот тут нам туда. Ну что ж, двигаем тогда, понеслась родная. Вперед, папуасы! Хрюндель, 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 стой, стой, Хрюндель, я знаю, куда теперь нам ехать! Ну так давай тогда залазь уже скорей. Помнишь, Хрюндель, мы с тобой мимо рудника проезжали? Так вот я почти уверена, что нам туда. Что-то меня твое почти уверено как-то не греет. Не дрейф, Хрюндель, это я не с потолка взяла, это в дневнике у профессора было написано. Он, тогда другая совсем опера, поехали. Слышь, а ты уверена, что мы куда надо приехали? А то там вон, гляди, какой-то хмыль с пулеметом. Чё-то не пылаю я к нему страстью совсем. Куда нам, куда надо? Не дрейф, матрос, папуас, как-нибудь прорвемся. Слышь, Марсянин, сейчас я его отвлеку камешком, гляди-ка. Ну давай, давай там. Так, ну похоже, Хрюндель, мы на месте. Но тут у нас, кажется, проблемка. Черт, нужно как-то этого охранника обезвредить. Может, ты подходёшься к нему и как дашь ему по голове, а? Марсянин, а что, похож на самоубийцу, да? Мне его автомат вообще-то как-то не особо так нравится. Ну давай, придумай да что-нибудь, ты головастый. Ну, фиг его знает, надо как-нибудь его отвлечь. Вот, например, если он машину эту увидит, то может он за ней кинется? Да шут его знает, надо попробовать. Блин, ну ты Хрюндель балдан, дверь в машине захлопнулась, дай ключи сюда. А, сейчас, где же они? Ёшкин кот, опаньки. Масянь, ёк ломаный, я похоже ключи потерял. Что? Ну ты Хрюндель, ты, нет слов у меня. Да ладно, они должны быть где-то здесь, не убежали же. Надо найти эти дурацкие ключи, которые этот дурацкий Хрюндель куда-то подевал. Да есть у меня уже такой камень, чё мне теперь по всей Африке? Даже и не думай. Чё-то мне эта идея как-то не особо нравится. Не. Стой, стой, куда ты попёрлась, обними сам охранник. Вообще, блин, без головы. Надо найти эти дурацкие ключи, которые этот дурацкий Хрюндель куда-то подевал. Не, без этого, я думаю, лучше обойдемся, перетопчемся как-нибудь. Надо что-нибудь такого напхать в мешок, набить его чем-нибудь. Ну, тебя веревка перевязать почти готова будет. Надо найти эти дурацкие ключи, которые... вон ты куда ключи-то уронил. Ну ты растяпать, тюхля-пухля. Не, ну машину завести сначала надо, потом уже ручник вообще. Чё-то наше пугало на человека вообще, ну, никак не похоже. Надо бы ему какой-нибудь такой аксессуарчик, какой-нибудь наборку, чтобы на человека был похож. Масянь, ну давай ты быстрее. Чё это тормоз такой? Да ща, погоди. Чё-то наше пугало на человека вообще, ну, никак не похоже.
Еба-на! Да тут спуск есть! Ого, фигушки, там высоко! Я что, дура совсем туда прыгать? Тут веревку нужно, точно! А она уехала в машине! Че это такое? Какая-то инопланетная хренотень! Такого я еще не пробовала! Включаем генетическую память и используем мозги неандертальцев. Своих, хотя нет, нифига. Нужно чего-то куда-то перелить. Ой, это типа как задачка из школьной программы. Ой-ой-ой.
Рюнзель, а есть чем посветить, а то здесь темно, как это, ну, в общем, очень темно. Все в чемоданах было. И фонарики, и веревки всякие, и прочие всякие штуки для кладоискания, чтоб не провалиться. А если еще разик попробовать? Не, без этого, я думаю, лучше обойдемся, перетопчемся как-нибудь. А если еще разик попробовать? Мне так ничего не выйдет. Ой, тут все старое такое, блин, мам дорогая. Так просто это колесо не отвинтит. Нифига толкового из этого не выйдет, точно. Ой-ой-ой. Так, ну вот, господа туристы, вот они, покои незабвенного профессора, чтоб его сто раз. И чего у нас тут есть интересного? Ну чё, это оно что ли, а? Ладно, давай хватай, мы топаем нафиг отсюда к чёртовой собачьей матери, пока живы. Ну и чё, господин Хрюндель, вы имеете в виду, что нам теперь капец, кирдык, говоря культурно, а? Да не боись, выкарабкаемся как-нибудь. Не из такой сложной ситуации вылезали. Ой, 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 ой,
Если мозгой покрутить, я думаю, можно что-нибудь получше придумать. Точняк. Если мозгой покрутить, я думаю, можно что-нибудь получше придумать. Точняк. Если мозгой покрутить, я думаю, можно что-нибудь получше придумать. Точняк. Тут все старое такое, блин, мам. Что-то мне эта идея как... Не, фигня так. Ой-ой-ой. Не, так ничего не выйдет. Вон какая красивая, чудесная штуковинка, не могу ее не взять. Вон какая красивая, чудесная штуковинка, не могу ее не взять. Так ведь это обрыв же. Опять знакомое мор, в смысле лицо. Ой, ты посмотри, какая красотень, прям офигительнее же. Еще хочу, еще, больше, 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 еще. Ой, ты посмотри, какая красотень. Ой, ты посмотри, какая красотень, прям. Ой, ты посмотри, какая красотень, еще хочу, еще. Еще хочу, еще. Ой, ты посмотри, какая красота. Ну и куда идти нам вперед? Ой, какая красивая, чудесная. Еще хочу, еще больше, 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 еще хочу. Еще хочу, еще больше, 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 еще хочу. Ой, ты посмотри, какая красота. Не нравятся мне эти птички. Что-то они слишком близко к самолету летят. Проваливайте, глупые индюки. Слышите? Кстати, о птичках. Как ваша авантюра-то прошла? Грюндель, покажем результат. Вот. Что это за хрень? Да черт не знает, нашли рядом с барахлом профессора. Шкатулочка какая-то. Мы подумали, что это самое ценное, потому что не открывается. Шантропа, кладоискатель, ёшкин кот. А что это за фотка тут на дне? Черт знает, мымра какая-то. Погодите-ка, если это так подрезать, так это выпуклее, то это... Это же Алисия! Кто-кто? Кто-кто? Дед Пихто. Подружка моего бывшего одного партнера там. Алисия Уинштейн. Чё-то слышал я где-то такой Уинштейн. Ты чё, масянешь, фамилию нашего профессора? Опаньки. Она теперь попсовая дива какая-то большая. А такая маленькая была, надо же. Ну если она дочка профессора, значит там к ней. Хрюндель, заряжай панталоны. А чё Хрюндель-то сразу? Не пойду я в это попсовое логово. Я уж лучше в Намибии обратно к бандитам. Ты сама давай это. Там поп крутить надо. Ой, тяжело же с вами мужиками. Такие все пентюхи. Одна я такая смелая девица. Ну ладно, к змеюкам так к змеюкам. Куда это вы, мадам, собрались? Мне бы эту Алисию увидеть. Дело такое важное у меня, такое важное. Вот еще Алисию им подавай. Черта с два. Может, вам еще мыло жидкого? Давай-давай, вали отсюда, пока не накатал. Опаньки, да. А тут, походу, Цербер. Да, смотри, девочки. Ладно, сейчас придумаем что-нибудь.
черт, надо вот ухватить никак не могу. Надо что-нибудь такое подцепить бы чем-нибудь, такие бы докину. Соскальзывает? Не, этим не вытащить. Соскальзывает? А если еще разик попробовать? Не, лажа даже про... Эй, укольчик в задницу ему, конечно, прикольно было бы. Нет, думаю, такое лучше не отмачивать. Застряла, черт. Если мозгой покрутить, я думаю, можно что-нибудь получше придумать. Точняк. Не, без этого, я думаю, лучше обойдемся, перетопчемся. Чёрт-то мне эта идея как... Не, надо попробовать как-то по-другому вообще. Не, фигня, так не получится. Понаставили тут всяких электронных хренотеней вообще, блин. Не, надо попробовать как-то по-другому вообще. Воды! Воды дайте! Дайте воды! Все, ништяк, ура, путь свободен, можно двигать дальше. Вперед. Гарик, это ты? Ты уже нашел мою клубнику? Я это, боюсь вас разочаровать, но я не совсем этот Гарик. Я тут по делу к вам. Ой, кто вы вообще? По делам всем к моему менеджеру. Ну, я не думаю, что здесь нужно менеджеров всяких привлекать. Речь идет о вашем папаше. О моем отце, отце? Вот именно, о вашем отце. Мы тут нашли шкатулку, которая ему принадлежала. Ага, здорово, давайте мне шкатулку, давайте. Похоть лапы тянуть. Сначала уговор, поскольку мы ее нашли, значит, половина того, что там есть наше, окей? Ох, половину? А что там такое? Ну, тут маленькая засада, конечно. Мы, в общем, открыть-то ее до сих пор не можем. Дайте-ка, я посмотрю. Нифига толкового, из этого не выйдет, точно. Вообще-то как-то непонятно. Мой дорогой папа пропал, когда мне было 10 лет. Он говорил, что приготовил мне подарок на день рождения. Но он уехал и больше не приезжал. И мне пришлось уйти к моей тете. Ну я гляжу, тут у вас целый роман. Зрители будут рыдать, обслюняются все. Блин. Мой дорогой папочка, у меня была где-то его фотокарточка. Посмотри, пожалуйста, там в шкафу. А кто мне откроет этот шкаф? Пушкин, что ли? А? А что, разве ключа там нет? А, опять его, наверное, куда-то уборщица утащила. Зараза такая. Отличный, кстати, крючок получится из этих хреней. А если еще разик попробовать?
Если мозгой покрутить, я думаю, можно что-нибудь получше придумать. Даже и не думай. Ух ты, нифига себе, дымовая шашка. Только, нафига она мне нужна, я пока не знаю. Ну, глядишь, пригодится. Понаставили тут всяких электронных хренотеней. Занято! Вы это, надолго там? А? Глухо, как танки. Так, придется как-то выкуривать. Эх, хорошо бы огоньку. А кто мне откроет этот шкаф? А что, разве ключа там нет? Ах, опять его, наверное, куда-то уборщица утащит. Чуешь такое нашкарябано-то? Так ты задом наперёд, что ли, вверх ногами, или рукой за правое ухо? Чуешь такое нашкарябано-то? Нифига толкового из этого не выйдет, точно. О, другое дело. А то нифига непонятно было. Эй, Тюхля, ты не знаешь, что там за буковки такие, а? Нет, ну я так это не знаю, но отец мой, вместе с этой фотографией оставлял мне какую-то картонку с дырочками. Она где-то должна быть в кладовой. Эй, Тюхля, ты не знаешь, что там за буковки такие, а? Нет, ну я так это не знаю, но отец мой, вместе с этой фотографией оставлял мне какую-то картонку с дырочками. Она где-то должна быть в кладовой. Понаставили тут всяких электронных хренотеней вообще, блин. Ёшкин кот, ну чё теперь как выйдет, и дверь-то не открыть, весь проход нафиг заградил своей жирной тушей, чёрт бы её подрал. Тяжёлая, блин, зараза. Мне так ничего не выйдет. Случайно разбить в случае... А если еще разик попробовать? Даже и не думай.
Не, без этого, я думаю, лучше обойдемся, перетопчемся. Йоу-йоу-йоу, чё-то тут такое вырисовывается. Ой, так это же ноты. Ноты можно и буквами записывать. У меня отец очень музыку, знаешь, любил. Я в него пошла такая. Не ломай, блин, ядрёны. Может, стоит попробовать играть то, что тут написано? Мне недавно подарков опять надарили, там диктофон должен быть. Посмотри-ка. Йоу, руками-то никак, нужны ножницы. Или что-нибудь, зовите хирурга. Не, фигня, так не получится. Не, надо попробовать как-то по-другому вообще. Даже и не думай. Не, лажи, даже пробовать не стоит. Камешки были. Отец перед поездкой отдал. Ну, поищем, что делать-то. Thank you.
И вот он момент настал. Та-дам! Ну чего же там, чего там? Стоп, чё-то я не въезжаю, чё это за бумажки-то? Ноты, ноты, это же все ноты. Ну-ка, ну-ка. О, это же шедевры. Папаша все-таки оставил мне настоящий прощальный подарок. Это же все супер-хиты. Да, о мой бог. Даже не знаю, что сказать. Какой редкостный отстой. Мы и договаривались с тобой на 50%. Я могу тебе вот, например, вот эту отдать. Очень красивая, послушай. А мы с тобою побежим, побежим. Мы с тобою полежим, полежим, полежим. И побежим, побежим и полежим. Бррррр. Фу, ой, блин, фу, нет, спасибо. Обойдусь я без этого. Какое же одноклажа из всего этого вышло. Какое невообразимое кидалово. Ой. Ой, блин, чё ж так все хреново-то, а, Хендель? Денег нету, дядя отдать вообще неизвестно чем, промотались зря. Чуть не пристрели вообще нас там нахрен. Блин, зараза. Да ладно, ты чё ты прям так утрируешь-то? Зато прокатились по Африке, приключения, блин, ты чё, круто. Да ну тебя, Хендель, блин, не знаю, всё равно в депрессухе какой-то. Чё ты, да, слушай, можешь это развеселить тебя? Я тут вот из ручника игрушечку прихватил тебе. Смотри, клёвая такая куколка. Дай-ка сюда, тоже мне придумал взрослую девку с сиськами и чебурахами радовать. А чё это за верёвка у меня здесь из попы торчит? Ну-ка. О, мама дорогая, ёшкин кот, Хендель, ты посмотри только. Ух ты, нифига ж себе, ёкалэмэнэ. Блин, это чё, алмазы? Хендель, дорогой твой, мой родный, ты морда такая хитрая. Молодец, слушай, мы тебя с тобой богатые вообще. Как ты умудрился именно эту куклу в руднике прихватить, а? Такой молодец. Ой, что-то не нравится мне этот звонок, Хендель. Кто? Вы что, самые умные, да? Мы знаем, где вы вообще. Мы вас руки длинными вас достанем. Мы знаем у вас надписи профессора. Мы вас найдем. И вам придется плохо, вам плохо придется. Упс. Вынуждены тебя обрадовать, дорогой Хендель. Походу, приключения наши еще не закончились. Что-то вас долго не было. Ну, кому долго, а кому вся жизнь. Так, одна секунда. Ну, а этот клад-то нашли, рассказывайте, чего. Ну, как тебе сказать, лохматый? Ну, нашли-то мы много чего, в основном все приключения на свою задницу. А клада нема, извиняйте. Эх, вот жалко, конечно, меня не было. Ну, в принципе, мы нашли то, что должно быть этим чертовым кладом. Про что, в принципе, профессор-то говорил. Но оказалось, что там пшик вообще. Муть какая-то попсовая ерунда. Да уж, поездочка, конечно, та еще. Правда, Хрюндель у нас тоже, знаете ли. Не шуй там, лык. Прихватизировал парочку-тройку алмазиков из рудника заброшенного. Если б еще я знал, что они вообще там есть, я б там копанул бы как следует носом-то. Правда, есть и хреновые новости. Вместе с этими алмазами вы какого-то бандюка еще на хвосте притащили. Я вот, между прочим, блин, кстати, вообще не понимаю, чего они к нам прилипли-то. Че им надо-то? Да хрен ты его знает, что-то с этим профессором муть какая-то, все время что-то не то, вся эта история, я вам, плохо воняет. Скажу я вам. Плохо воняет, а он, профессор ваш, что, не моется совсем, да? Тюхли ты лохматый, блин. Не, ну просто куда мы не сунемся, везде рожа этого профессора, просто в каждой бочке затычка. Ну, а потом еще какой-то бандит, какой-то мордоворот позвонил, угрожал. Засада. Ну, в общем, жуть, фигня, бардак, блин, полный. У меня вообще, знаете, такое странное какое-то ощущение, что этим история вовсе не закончилась. Еще хрен знает, чего нас ждет. Слушайте сухари, запасайтесь попкорном. Опа.